Мы рассчитываем на 20-25 проектов в год. Но на сегодняшний день вот по подписанным меморандумам с предприятиями, по достигнутым договоренностям с региональными управлениями предпринимательством и промышленностью, у нас есть определенный перечень предприятий. В целом на этот год 30 предприятий, но мы надеемся, что 25 из них зайдут в программу «Производительность 2020» до конца года. Основная нагрузка будет на сентябрь, октябрь, ноябрь. По сумме, ну вот эти первые три проекта, которые вошли на сегодняшний день, общая сумма вот этих проектов 2,3 миллиарда тенге. В среднем где-то в районе 1,2 миллиарда у нас проекты. Вот возьмите 25-30 проектов на 1,2, где-то порядка 40 миллиардов тенге. Это стоимость того пакета или пула проектов, которые могут войти в программу «Производительность 2020».